Минобороны России не намерены менять стратегию военной операции в Сирии, несмотря на советы и рекомендации западных коллег, заявил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. По его словам, в последнее время Пентагон все активнее советует России изменить стратегию в Сирии, чтобы помочь в США достичь там смены власти. В связи с этим Коношенков напомнил, что цель российской операции в Сирии – уничтожение терроризма, угрожающего как России, так и другим странам. Коношенков также ответил на регулярные обвинения Запада в том, что от российских ударов якобы страдают мирные жители. По словам представителя Минобороны, в день, когда, по данным Пентагона, под бомбы попали два госпиталя в Алеппо, российская авиация вообще не проводила бомбардировки в этом районе. Мы внимательно проанализировали все данные по целям, которые вчера поражались в провинции Алеппо. Прежде всего, наверное, расстрою полковника Урона, он не угадал. Российские самолеты в районе города Алеппо вчера не работали. Ближайшая цель была в более чем 20 километров от города. А над самим городом вчера активно летала только авиация так называемой антигиловской коалиции, самолеты и ударные беспилотники. Как и обещали нашим американским партнерам, больше скрывать эту информацию мы не будем. Коношенков раскритиковал западных партнеров за отказ от полноценного сотрудничества по Сирии, в частности, обмена информацией о местонахождении террористов.